Продолжается квалификационное соревнование в групповых упражнениях у юниорок на чемпионате Европы. И вот 9-й стартовый номер у команды Украины. Выступило уже 8 команд, и пока лучший результат у испанок. Они показали сумму 24,200 балла. Это пока лучшая сумма. Ну, а у нас начинается выступление уже сильнейших. Команда Украины, вслед за ней 10-й стартовый номер у Беларуси, 11-й у России, 12-й у Азербайджана. Вот тоже хочу сказать, что видите, костюмы, опять же, очень красивые костюмы, оранжевые, с отделкой. И тоже ленты, посмотрите, покрашены так же, как костюмы. Вот это все тоже играет как бы на зрителя. Вот очень интересная была сейчас переброска девочек. Вот это уже ошибка. Запуталась. Да, и еще очень... еще вот завязался бант на конце ленточки. И надо, конечно, постараться его развязать, если сможешь. Если не сможешь, то будет работать до конца этот бант. И судьи будут, естественно, снимать. Это, за это тоже наказывают, да? Конечно. Вот видите, вот вышли хорошо, красиво, встали, красивые наряды, все красиво. Чуть-чуть маленькая пошла зацепка и... Вот одна из участниц ошиблась, она тут же допускает вторую ошибку. Вы знаете, вот лента, это лента, понимаете, это лента, это очень сложный предмет. И я вам хочу сказать, что вот Ирина Александровна Винер, она всеми говорит, вот кто сделает ленту, тот выиграет соревнование. Понимаете? Потому что лента, она очень коварная. Мягкий предмет, 6 метров. Вот опять ошибка. Вот, ну, понимаете, вот такой развал команды. Казалось бы, хорошая команда. Да, хорошее было начало, эффектное, и вот произошел сбой, о чем мы с вами...